Всем привет, друзья! Канал Turkish People. Меня зовут Юсуф. А меня зовут Елена. И вместе с нами вы сегодня в этом новом 2022 году пойдете на базар. После Нового года, который первый базар мы приедем, друзья, уже 2 недели пропустим наш базар. У нас потому что каждый день лил дождь. Ну, кстати, сегодня тоже идет маленький, моросит дождик. Погода как-то... Вчера солнечно, 2 дня солнце, 2 дня дождь. Ну, в общем... Так продолжает. Давайте, зима. Давайте сегодня погода холодная, которая... Утром был солнце, а сейчас дождь идет, друзья. Покажем, холодно. Какие новые цены. Да. Или, может, вообще ничего не изменилось. Хотя, мне кажется, должно подорожать. Во-первых, у нас все подорожало вокруг. А во-вторых, холодно, и в теплицах тоже плохо все растет. Давай, мадам, не говорим, быстро, быстро снимаем. Да, народ быстро, показываем. Очень холодно. Быстро хочется пробежаться. Давайте. Вы скажете, что как же, у нас там минус там 15-20, мы не мерзнем. А как вы мерзнете плюс 9? Ну, потому что у нас одежда осенняя. Нет у нас зимней одежды. Вот и мерзнем. Во-во-во-во. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Время сейчас 16 часов. Каша верен, Эльма, енеште? Хади, жаным, 5 лир елма мы калды, ба? 6 лир мы калды. Эба алан держи. 3 кило 10 лир алан? Эла обса. Эла обса. Эла обса. Эла обса. Эла смотри, 5 лира, говорит, килограмм. Да, раньше продавали на 3 килограмма на 10 лет. Мы перед Новым годом много закупили, у нас оставалось. Ну, а что не хватало, там чуть-чуть огурчиков, помидорчиков покупали в обычном магазине. Апельсины за пакет 5 лир. Поделись, качал, оу! 5 лир, мы? Лам, вижданы, ёк мы сенин? Вер пошеди. Давай, давай. Мерава. Картошка 5 лира. 5 лира, 5, толдырым. Супер, ама бу Сивас патри, да. 5 лира. На этом... Супер патри, да. Ченим. Her yerde 5 lira böyle Сивас. Вот так вот. Добавили людям зарплату с 1 января, но получат они ее только в феврале. А по новым ценам уже пора покупать. А да ничто, Лан. Показываю, что еще есть. Конечно, есть и что-то подешевле, вон, видите. Такие помидоры за 1,5 лиры. Потому что они вот помятые, не очень хорошо выглядят. 2,5 лиры. Маленькие помидорчики. Ох, мне показывают. Ну, я такие пробую. Они могут быть невкусными. Киви за килограмм. 10 лир вот такие, не очень, которые перезрелые. А твердые 12 лир. Морковка 4 лира за килограмм. И цветная капуста, вот такая штучка одна, стоит тоже 4 лира. Говорят, 3 штуки на 10 лир, когда я уже уходила. Была ясно, что 4 килограмм брал, 20 лира. Пошли яблоко купим сразу. Да, тяжелые, твердые положим вниз. В нашу тележку. Все ходят с тележками. 3,5 лиры за килограмм апельсины. Мерама. Капуста. Одна штука стоит 2 лиры. Ну, капуста такая не очень плотная. Вот, мы всегда здесь яблоки покупаем. Айди, бахалам, дёрде, дёрде, дёрде. Напьон, дамат. Бізде 4 ол, бабыжым, бүгін ол. Я, дамат, вер. 4 лира, вот, там 5 пара дают, здесь 4. 4 лиры за килограмм. Вот эти яблочки вкусные. Да. Я детям кладу с собой в школу. Мы обязательно покупаем яблоки и бананы. Показываю дальше. Вот здесь помидоры за 1 лиру, за 1,50. Кстати, вот 50 зачерпнули. Одна осталась. Написано «Тарла». Это вот поле. Не, типа не в теплице. Вот они выглядят как себе. Не очень. Розовые помидоры, это же показывает, как они выглядят. 2 лиры за килограмм. Тринадцать лира. Ага, а
он еще айва лежит. У тебя, кстати, айва в холодильнике осталась. Ты ее осталось, да? Да. Вот. Что он сказал? Дорт кило он лира? Четыре кило... Дорт кило он лира, сказал, апельсины. 4 килограмма? Да, сейчас дешевле апельсин. Потому что они портятся очень быстро. Салин, что олан? Айва не кадар? Айва да 4 лира. 2,5 кило он лира бурак. Айва да 4. 4 лира. То есть все 4 лира. Что раньше было, 2 или 3? Морковку пьем, мадам. Пойдем, 4 лира за килограмм я морковку видела. Вот, смотрите, вот такие грибы растут сейчас в лесах. Найти их сложно, надо обязательно под листьями порыться. Вот они, ну, вот... Элен, съели здесь. Алла, ты что, Аля, тебе есть? Стекла 5 лир, редька, морковка 4. А их килограммы, я смотрю, продают. Да, 10 лир. Брокколи 10 лир за килограмм. А, брюссельская капуста есть. Интересно, как она по-турецки называется. Что? Вон, брюссельская капуста. Брюссель лаханасы. Также называется. Да. Тоже 10 лет. Короче, я сколько лет в Бельгии жил, нигде не видел. Да, имя просто. Да, имя просто так осталось. Зелень тоже берем. И почем теперь уже зелень? Ванна кача берем, они что бунларын? 2,5 лира. О, было 1 лира, потом 1,5 стало. Вот, настоящий зелень. Во-первых, зимой, конечно же, все хуже растет. Так, 3 лиры, листья салата мару. Так. Самое тяжелое кладем вниз. Свекла 5 лира. Я видела. Дальше. Помидоры. А, чего это? Петух не надо? Листь салатика. А. Ну, мы тоже его едим. Я не считаю, что нам на версии видно. 3 лиры стоит. За 3 лиры купили вот такой салатик. Сал, баба. Дальше. Enişte kabağa çeviriyorsun enişte. Kabağ 5 lira. 5 lira ne kadar? Kutlu yemeğe. Ne kadar gelirsin? 14,5 şöyle oldu. Bu ne? Bu baklajanı. Bu da ne kadar gelir? Bu ne kadar gelir? Ne normal. Большие, огромные. Батыжан кача enişte? 15 lira. 15 lira. А я в магазине в Тартакале 28 видела. Представляешь? Конечно, в магазине стоит дороже. Там портится у них, приходится много выбрасывать. Показывают дальше. Айва 5 лир, груши 5 лир. И вот здесь яблоки тоже 5 лир. А вот тут совсем недалеко вот это пройти, там стоит по 4. Давай дальше, мадам. Перец тоже надо. Да, надо. Вот такой перец скрыт. Вот такой у нас есть. Да. Элен. О, моя клубничка. Так, кача, не что, а? Ал 25 лир кило. 25 ми? 33-25. Yapma ya. Versene 1 kilo. Ama koyu bu 1 kilo. Al paşam. 25 lir za kilogram stoit. Nikam. Вот тебе клубника. Дальше. Абла, салаталык кача, абла? 8 лира.
написано гарантии Татлы. Гарантировано, что будут сладкими. А то сколько раз купишь, они острые. А это по соседству лежат, что они острыми, что они гарантируют. И они, видите, как отличаются? Типа сладкие, они такие кривые. А острые, они такие твердые. Даже трогать не хочется пальцами. Алла-бла. Сколько за крутишь? 8 лира, 16 лира платил, 2 килограмма купил. Помидор купим. Лимончики. Лимончик везде есть, не трогай. 4 лиры за килограмм, я просто показываю, какие красивые. И листа черри купим. Гранаты по 6 лир. Нет. Хурма килограмм 6,5, потому что, видите, она уже такая мягкая. Эништа, бу нога чавирюн? 15 лир. Брюссель лана 15 лир, говорят. А там пакетик за 10 продавай, значит, не килограмм. Пол килограмм это. Дальше, дальше, Елена, иди дальше, Елена. Дальше. Вот так повесим. Пошли. Голова упадет, видишь. Иди сюда. Эништа, дома ты снега дар. Ой, они не зрелые. Бер, Эништа, бер. Не, дай. Доматы var ya, ikisini de karıştır. Beğenmesin gel paranı iade eder. Bak garisi. Hakiki gülden de bak. Да, сейчас, сейчас. Видишь, да, я попробую. Сал, сал, Леш, сал. Yo, yo, imam enişte, sağ ol. Onun aroması çok güzel. Bu benim kendi arkadaşım, harika domates. He? Помидором пахнет и на вкус очень сладкий. Алло. Типа оригинал, он говорит. Без имя. Ты веришь? Нет, конечно, что? Если верил бы, попробовал бы. Но вкусный, вкусный. Я люблю вот такой. Не видишь? Алло, ништя. 2,5 кило. Черри, как черри, ништя? 8 лир. Черри, дай мне. Помидорчики, я пошел. Вместе с черри 30 будет. Прям золотые помидорчики. 2,5 кило. Вот это на 10 лир нам сделали. Сейчас добавим. У нас салон штам. Такие маленькие помидоры черри. Я им даже в школу. Вот. Что осталось, мадам? Мандарины, апельсины. Слушай, прошу посмотреть, это... Хурма нет. Хурма уже внутри сухая. Нет. Она испортилась. Да. Поэтому такая дешевая. Конечно, что думал? Мандарины и бананы. Банан. Enişte kaça veriyorsun enişte? 8,5 abi. 8,5. 8,5 lir za kilogram. 17,5. 8,5 efendi. Ölmüş lan bu. Dur enişte bakayım bir. İndir mi yapacağım? Ha. Bir tane daha kal. Buyurun. 20 лир. Вот смотрите, раньше можно было столько всего купить, сейчас стало дороже. Так, давай. Да, держи. Это мне. Все, мандарины еще. И пойдем. Сало, ништя. На-на-на-на. Что, все? 200 лир разменяла, что осталось? Еще осталось. Яйца. 45. Пошли спросим. В магазине на Кале 40 лир стоит. Вот эта капуста хорошая, большая. 5 лир за штуку.
Ahmet Kona, beş Kona, Kona, beş Kona. Ой-ой-ой, как все сдувает. Очень большой ветер. И холодно, прямо резко так стало. Şöyle vurayım dedim. Kaç para lan? 35, 35. Çadır. Lan oğlum senin vicdanın yok mu? Vicdanlı adam kalmadı ki piyasada. Sen kaldın mı? Çadır tutuyorum ben de. Ne ne ne. 34 lira. Nerede olan nerede olan? Okuyor okulda. Okul bitmedi mi? Onlar bitmiştir. Lan şu halına bak ya. Biraz şöyle bir takım elbise falan giy. Sen alamıyorum, esnaf adamsın. Haram para yok alamıyorum. Ya. Вот, пучок чеснока 5 лир. Ну, лук сивок уже начали продавать. Ну, 2,5 лиры за апельсины. Тут же вот и одежда. И вот там бананы 6,5 лир, потому что они вот такие маленькие, страшненькие. Мы купили, которые подороже были. Вот такие 6,5. Мандарины найдем где-нибудь? Дай бог. Апельсины как-то дети не любят, мы из них. Ожидание не надо, но большое. Поджаривают семечки, они так вкусно пахнут. А здесь апельсины. Надо уже 5 килограмм за 10 лир готовы отдать. Будем брать. Перец 8 лир за килограмм. А, красиво. А это такой 5 лир. Вот смотри, болгарский стоит дешевле, чем вот турецкий. Хотя вот этот вкуснее, слаще. Да. Удивительно. У нас опять стало холодно. Был даже дождь. Вот сейчас дождь прекратился. Ну такой сильный ветер, даже упадают эти зонтики. О, опять упало. Ну и ветер. Смотрите, упал зонтик и порушил здесь все. Здесь продают у нас рыбу. Вот так. Ну и погода. Все обсуждают. Главное, что никого не убило, и то хорошо. Видел? Как... Ты видел, денег закончилось. Я видела, как упало здесь. Мандарин. Давай я куплю. А это апельсин. Смотри, нет мандаринов. Все, сезон закончился. Продают ювку. Это у нас тесто. Вот 6 штук 13 лир. 7 штук будет 15 стоит эта ювка. Здесь ряды, где продают частники. Нету мандарин, мадам, только здесь, здесь некрасиво. И вот, вот такие, да? А да. Апельсинчики? Не, мандарин. Мандарины? Качай рюм мандарин. Четыре. Хорошо мандарин это. Вер пакет толдуралов. Вот такие мандарины с косточками. Да. Нету больше. Только апельсины у них. И грейпфруты. Смотрите, как холодно, даже в перчатках. Сейчас добавит нам на 10 лир 2 килограмма мандаринов. Это уже из другого кармана достает деньги. Те 200 лир закончили. А, тебе 10 лир осо. Базар купили, подорожал базар. Это плюс моя клубника 210 лир. Да, клубника, если не купил бы, была бы дешевле. А что, бабушка? Я не знаю. Первый раз камера видит. Ну все, бежали мы быстренько базар. Холодно, долго даже ходить не хочется.
все купили. А почем масло оливковое? 45 лира был. Это было в 21 году? Я вам литресне когда раве. 33 говорят. 33 лира. Подешевело. Да, 45 пол, 33. Осторожно. И значит, в прошлом году остатки это. Не очень такой. Сейчас настоящее масло 80 лира. Продают листья виноградные. Вот у людей, что дома есть, приносят сюда на базар. После 16 часов не ходят за бытом. Можно торговать чем угодно. Вот все окрестные улицы заставлены машинами, товаром. Утром здесь их нет. Друзья, базар быстро покрутились. Реально холодно. Реально холодно. Потому что у нас нет теплой одежды. Да, базар видимый, который дорого. Подорожало. Базар дорого, да. Короче, 210 лир мы платили. Опять много чего купили, видите. Вот, купили, но реально дорого. Дорого, которые... Тебе напишут, это у них дорого сейчас. У них тоже дорого, я понимаю. Утром одна зритель говорила, Москва, который килограмм помидор 350 рублей. Ай-яй-яй. Ну вот смотри, в Турции добавили минимальную зарплату, и в результате все подорожало. Ложкам и... давал, чалпачок им обратно забирают. Да. Это везде вот так, друзья. Электричество и счет нам переехал. Мы будем говорить на следующем видео. Всем спасибо большое, друзья. Я жду газа. Газ. Я тогда буду делать. Да, пришел новый счет за электричество, и там две строчки. Сколько по минимальной цене и какая по высокой цене. Всем спасибо большое. Увидимся, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Люблю вас. Всем пока. Пока-пока. Мы бегом домой. Давай. Вот что мы купили, мадам. Яйца есть, зелень есть, мандарин есть, чего есть, еще одежда у тебя. Дети сейчас обрадуются. Да. Все. В общем, взяли все. На самом деле, постоянно 20 лир доставал. Как-то на по 20 лир быстро у нас все очень разошлось. Очень быстро закончилось все. Все, давай домой.